Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале. Хардкорные прохождения от Михаила не только. Это у нас, в общем-то, продолжение прохождения игры Mass Effect первой части. Одно, в общем-то, из первой части всей трилогии. Давно, в общем-то, я не записывал. Где-то больше месяца. Ой, больше года, точнее. Как видно, как я заметил по сохранению последнему сделанному. И, в общем-то, наконец-то продолжаем. В общем-то. Путешествие по данной вселенной. Оказалось, в общем-то, мы на планете Наверия, где, в общем, выполняем очередную сюжетную миссию. Ищем мать Лиары Бенезию, в том числе пытаемся установить сэр на плане уничтожения всей галактики. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Запуском цикла. Требуется ручной перезапуск. Так, ну что ж, что у нас там? Так. Смокаше, потом меняем оружие. Получше. А у меня характеристика контакта с Рейд-то ничего хорошего нету, кроме винтовки снайперской. Ну, в общем, пока у нас класс страж, он все-таки может данного класса пользоваться только, в общем-то, пистолетом. Снайперской винтовкой я там тоже, по-моему, добавил дополнительное умение, по-моему, если ошибаюсь, в качестве дополнительного умения. Поэтому я, в общем-то, как раз и умение эти два вида оружия лучше уровня. Так, Лиаре, в общем-то, винток поставим. И пистолет тоже поменяем. Всяких можно. Да. Так, Арексу, Крогуну, который у нас рвется до боя, ближний бой. Поставим дробовичок. Более лучшего уровня. Например, вот это что. Остальное можно переработать в ниги. И починки того же транспорта мака. Пока сильно не нужны. Что найдем в будущем? Другие уровни. Или привлечем торговцев местных. Так. Как бы я лишнее не коплю. Лучше что нигель. Нигель пригодится, потому что на мака будем часто ездить по планетам. А там, конечно, бит будет еще немало. И починки точно понадобятся. Так. Погоди-ка. Только точно не надо что-нибудь поставить. Наш патрон следующий вольфрамовый. Так, датчик-гаситель. Наш прицел. Ну, пусть прицел поставим. Сразу пока менять не будем. Броню. Так. Угу. Броню. Так, это у нас тоже. Все, переработаем. У нас, видимо, только Шепард может гранатами пользоваться. Придется пока вот это все убрать, все что. Так, по заданиям что у нас? Так, нет, кодекс еще. Как обычно, в начале каждой серии будем читать кодекс. Что там, новая информация появилась? Так, технологии. А именно, виртуальный интеллект. Виртуальный интеллект. Это усовершенствованная так, форма программного пользовательского. ВИ используют различные методы симуляции естественного разговора, включая аудиоинтерфейс и изображение личности, с которой происходит взаимодействие. Несмотря на то, что ВИ может демонстрировать... Так, и второстепенно. Космические корабли и вооружение. Вооружение дезинтегрирующей торпеды. Так, больше у нас ничего по монету новенького. Да. Так, журнал. Наверим, от Ребенези на станцию России направляться нужно. Для этого нужно подчинить будет реактор. Осталось еще, да. В прошлой серии мы подчинили, когда там эти наземные линии связи. Теперь остался реактор починить. Так. Здоровье восполним. Заодно. Поехали, в общем-то. Вы входите в главный реактор. Вниманию пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Угу, все ясно. Помню, здесь, если я не ошибаюсь, даже в этом месте мы дополнительный квест можем активировать. Главный реактор отключен. Он где-то наверху с аварийными компьютер мерами безопасности. Если открыть. Требуется ручной перезапуск. Тихо, там у нас это гетто засели.
Сейчас мы с ними разберемся. Так, Лера, Лера, что там у тебя по командам? Так, подъем. Готовимся. Значит, будет все наверстать упущенным. Так, что мы там есть? Стоять, посмотреть. Барьер стоит, так. Это у нас не стоит. Так, этих мы... Да, этих мы не можем поставить. Умение. На верхнюю панельку. Так. Сначала барьер включаем. Готов? И нет. Осторожно. Сейчас мы его уложим на лопаточки. Давай подъем. Готов, отлично. С той стороны помощи. Ага, и наверху, да. Наверху у нас этот, если не ошибаюсь, джиггер к этому. Правим, что ли. Ты, блин! Чуть тебе идут еще на этом. Не вовремя. Зараза. Черт. Как не вовремя. Давай, держись, Рекс, держись. Молодец. Так, я руку поднимаю. А, у нас, по-моему. Нет, у нас есть. Держись, сейчас мы тебя здоровье восполним. Да, ну, в общем, что-то я вообще расслабился. Так, вот у нас... Молодец, Яра, молодец. Это в первую очередь, что-то у нас. Джиггер на три, как там. Требуется ручной перезапуск. Просто заходи еще сразу. Тихо, тихо, тихо. Готов? Так, давай следующий. Следующий. Все, готово. Фух, по-моему, все здесь. Только наверху остался прайм. Так, починим и там, по-моему, реактор внизу. А вот вверху у нас как раз кое-что есть. Кое-кто есть. По-моему, только один прайм. Но не Оптимус прайм, конечно же, не Оптимус. Хотя Оптимус прайм у нас в последнем фильме, последнем рыцаре будет плохим, плохишом, каким помню. По трейлеру смотрел. Ручной перезапуск. Ну, слушай, не такой у нас Оптимус прайм здесь не... Так, автоключение. Гель может как раз на это тратить-то. Хотя может, так, повзломать. Блин, чуть-чуть не получился. Там... Еще успеем. Беремся. Хотя компьютер, да, надо было, что... Ой-ой, прайм там же, прайм. Или этот. О! Загернул, отлично. Прайм. Перепутался. Надо быть поосторожнее-то. Хотя никакой бросок не работает. Так, все, готов он. Отлично. Ну все. Здесь все зачищено. Так, нет, ушки, я тоже так. Ой, могу, конечно, так. Блин, да. Нет, 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 успею, успею. Успею. Ага. Такие гонки научился. Все-таки на раз два, вот почти что. На раз, два, три. Внимание у пользователей. Главный реактор отключен в связи с аварийными мерами безопасности. Требуется ручной перезапуск. Бежим, бежим. Так-то. Здесь все. Осталось только вот спустить. Подача гелия 3 отключена. Да это ясно. Ничего повторять. И так все знаем. Так, ну подача топлива возобновлена. Мы зашли ремонтные работы на вершине 15. Теперь можно подняться к Бенези. Так.
то здесь мы совсем закончим. С всеми основными задачами. Да, ну, в общем-то, часть локации. Этой лаборатории. Немножко же перепутал. Так, терминал мир. Нет, мы его займем в другом месте. Нам пригодится, в общем-то. Перед тем, как попасть на станцию России на 15, нам нужно будет еще кое-что сделать. Это нам как раз миру пригодится. И помощью коки навыки. Так, интересно, что там с прокачкой смотреть будет. Электроника Алька там, в общем-то, у нас прокачана. Так, хотя еще тихо-тихо-тихо. Здесь у нас... Помню. Сейчас появится кое-кто. Мелкий счете. Кислотой, который у нас... Вот. Тихо. Или хотя большие появятся. Побольше. Вот оттуда. Ага. Знаете. Не забыл. Давай-ка. Тихо. Ух ты, блин. Так. Подними что ли его. Что меня убьет нафиг? Молодец. Да, и как он быстро идет-то. Не хватало еще безумничных убитых. Дядя. Шиш тебе. Не дождешься. Я что-то, конечно, ездят с ними осторожно, надо было близко с ними не подходить. Граната 0, аптечка 1. Аптечки нужно искать. Пришли еще Ляра. Так, сейчас мы поднимем. Надеюсь, она там отвлечет его. Да. Давай. Ой, блин. Ух ты, ебси-мопси. Зараза. Фигово. Все таца-то. Так, Алекс, может, ты сейчас туда пойдешь? Сейчас мы тебе... Так. Атака. Пойдешь атаку? Иди туда. Вперед, иди. Давай, Рекс. Ты у нас крепкий. Давай, отвлеки внимание. Сейчас я забочу. Отлично. Он, конечно, неплохой довольно такой. С такой средней, конечно, не может небольшие такие возможности по командной работе. Может было даже кооперативу сделать. Втроем так, в общем-то, играть. Проходить эти миссии. Ну, так, вот планим. Того же мультиплеера. Потом в том же секс или тем как раз мультиплеер-то появился. Немножко похож, конечно, вот, похож немножко система, вот команда взаимодействия, да, что можно управлять командой своей, указывать, куда нужно идти, там что делать, атаковать, держать позицию. Конечно, немножко упрощенно, по-моему, немножко вот есть похожий спецоб ЗЛН, не знаю, как я помню, не ошибаюсь. Так, выходите в транзитно очистной центр. Да. Так. Что там по прокачке-то? 2 очка есть. Так, электроника. Почти по максимуму прокачано. По-моему, как раз там понадобится. Или шифровка. Точно, что-то одно. Надо думаю, прокачай-ка я электронику. 2 очка потрачу. Так, уляром потратим на барьер. У Рекса. На винтовку пока что. Хотя можем дровы прокачать, надо было дровыки прокачать и мод что. Дальнейшем. Лучше все-таки. Монорельсу не рекомендуется. Какое там оружие здесь использовать сейчас? Смотрите. Так, давай-ка. Так, да, винтовка у Рекса стоит. Так, дровик-то поставь-ка лучше. Да. А Лера поставим винтовку. Так, а вот да, вот этих нужно у тебя будет. По-моему, сюда у меня должно хватить, там максимум так-то. Надеюсь, хватит мне этих прокачки, чтобы запустить эти мочистки. Нейтрон или как там называется, нет. Контроль, нейтрон. Рвались там. Девочки. Тоннелем. Руха, босс. Рушить. Дети. Он покончил с собой. Из-за того, что был замешан в случившемся. Труп самоубийцы у нас принято бросать падальщикам. В конце концов, его сжирают надхаки. Да, вот как раз видим ученый. Один из ученых, так. Так, то, что чувство высокое. Да, хватит. Даже можно унигель потратить без ручного взлома. Ну, так, дополнительно, если ручным взлом не получится, у нас сейчас, то мы, в общем-то, унигелим. Так, ну, погоди-ка.
просто отменить. В общем, да, можешь сейчас мир и кастизация, в общем, сообщить о том, что картинам, да, мы можем только лишь очистить это помещение от этих гадов при помощи вот как раз этой системы очистки. Связь восстановлена. Обрабатываю новые данные. Внимание у пользователей. Подключение к лабораторным службам невозможно. Что значит наблюдается загрязнение? В камеру для очистки вагонов монорельса проникли опасные биологические вещества. В целях безопасности персонала станция была заблокирована. Перед входом туда рекомендуется обработать помещение плазменными лучами аварийной системы. Как активировать аварийную систему? Управление аварийной системой находится на посту системы безопасности рядом с очистной камерой. Внимание пользователей! В настоящее время аварийная система вышла из строя. Что нужно сделать, чтобы система опять заработала? В управлении системой произошел аппаратный сбой. Ремонт возможен на месте с применением стандартных уни-инструментов. Это все, что мне нужно. Хорошо, капитан. Ну да, в общем-то. Отключаюсь. Сейчас мы ее починим. Сейчас. Так, поначалу пробую все-таки взломом. Так, давай-ка. Время идет-то. Блин, да, я, наверное, не успею. Ну ладно. Так, чуть даже не знает эти твари, то рах напоминает немножко существо из этого из как раз игры, которую только что я недавно установил, немножко поиграл, который называется The Thing, нечто, которое в итоге было сделано в качестве продолжения как раз к фильму Джона Карпентера, который еще в свое время, по-моему, прочистил к разработке Fear 3. Конечно, игра довольно неплохая получилась, но, конечно, не отлично, прямо как первая, вторая, которая мне очень сильно нравится. Всей серии. Так. Ух ты, блин. А, оттуда полез. Черт, Лярус. Ляра. Как ты могла такая? Просто пасть. Ой-ой-ой. Ступай, ступай. С ними осторожно. Близко ты лучше не подходить. Так, Рекс. Сейчас как-то туда пустить бы. Давай-ка иди туда. Вперед. Я прикрою, если что. Ну. Жигать, просто сжигать. Прямо как против тех же существ из нечто, по-моему, против них огонь очень эффективен был. К фильму я, конечно, не смотрел, не тот, который первый самый, это что-то с 82 года или какого там года выпуска-то. И, в общем-то, другой ремейк или как там, в общем-то. Так, край, так мельком, конечно. Видел немножко. Рассматривал. Нам буду в том числе идти ту игру, в общем-то, пройти. Все-таки как хоррор, в общем-то, довольно отличный. Неплохой. Черт, а? У меня уже аптечки даже нету. Ох, нужно аптечки искать. Быстро мы. Довольно, в общем-то, быстро нас рвут, чуть ли не в клочья. Но слава богу, пока что. Так, тихо-тихо. Надо сохраниться, не забыть. То придется в том заново все. Все это проделывать. Так, мы сейчас мы перейдемся на станцию Рассельна. Там у нас, конечно, дадут небольшой довольно интересный выбор. И можно по-разному добраться до Венезии. В общем, разной последовательности сделать действия. И, в общем, немножко они будут как раз отличаться, эти два выбора. В дальнейшем вот этих выборов нас, в общем, будут отличаться дальнейшие действия, дальнейшие события, действия, которые мы там будем совершать. Отбытие с центральной станции. Пункт назначения станция Расселена. Прибываете на станцию Расселена, научный комплекс Binary Helix.
здесь можем пока спокойно полазить. Богов нас пока же не ожидается. Позже немножко не появится, конечно, тирахни. Черт, мирские существа. Ничего не скажешь. Допустим, мы не забыть будет, он будет туда сходить. После того, как мы пойдем к Бенези. Это место вот, забыть. Это могу забыть, конечно. И уедем. Уничтожив кое-кого там на помещении. Да никого, никого не повстречав. Заодно. На персонажа. У нас, кстати, ему аптечек, конечно, нет. Вообще никаких. Отставить. Простите. Кто ж знает, что там на монорельсе? Эти твари могут управлять монорельсом? Черт так знает. Фактически я ни в чем не могу быть уверен. Фактически вы человек, и этого достаточно, чтобы я не стал стрелять. Но все-таки кто вы? Меня зовут Шепард. Я Спектр. Ух, такому тяжело вооруженному коню в зубы смотреть не стану. В общем и целом, на той неделе пришельцы захватили риск лаборатории. Оттуда выбрался один Ханалар, да и тот не в себе. Мы глазом не моргнули, а эти твари уже ломились на мой пост. Фактически тогда нас было куда больше. Вас застали врасплох. Вам пришлось защищать гражданских. Вы молодец, капитан. Да? Фактически я в этом не уверен. Совет директоров прислал одну Азари, чтобы решить проблему. Вчера она зашла в риск лаборатории. С тех пор ничего не известно. Я не дам вашим людям погибнуть. Все, что я могу, это держаться и защищать гражданских. Возле монорельса есть аварийный лифт. Этой карточкой вы его включите. Он доставит вас в риск лаборатории. Да, если нужна медпомощь, доктор Коэн внизу в лазарете. Расскажите мне о станции расселена. Я же не могу рассказать обо всем сразу. Что конкретно хотите знать? Расскажите мне о системе защиты. Тут достаточно безопасно. Можете не пугаться темных углов. Просто меня впечатлило, что вы выжили. Продержаться в течение недели – дело нелегкое. Фактически на такие посты назначают только самых лучших. Фактически, что мне больше всего нравится, так это турели и камеры. Они управляются из зала рядом с карантинными лабораториями. В общем и целом, один человек может перекрыть весь комплекс. К пульту управления будем отступать в последнюю очередь, а турели нас нормально прикроют. Что за исследования тут проводятся? Без понятия. Мне этого знать не надо. Пока никто не начал гибнуть, это не мои проблемы. Что вы можете рассказать о пришельцах? Спросите Дока Алара. Фактически он один вышел из риск лаборатории. Последний волос тут. Мне нужно знать о ситуации в риск лабораториях. Комплекс отрезан от сети. Фактически можно послать разведчика вниз на лифте. Но я своих людей на смерть не отправлю. Эти твари появились из комплекса или напали снаружи? Хотите мое мнение? Фактически в подобных лабораториях и делают таких тварей. Расскажите мне о структуре риск лабораторий. В общем и целом комплекс встроен в ледник дальше в горах. Старый, мощный, стабильный. Если что-то пойдет не так, они нагреют лед и все затопят. Фактически персонал обычно попадает в лабораторию на монорельсе с центральной станции. Есть прямой лифт, но это только на случай ЧП. В общем и целом, я своих людей туда не отправлю. Это слишком опасно. Понятно вам? Вы уверены, что матриарх еще в риск-лабораториях? Назад она не выходила. Вы пришли с центральной, значит, там ее тоже нет. Как ваши люди? Держатся? Первой волны мы не ожидали. Твари сюда прорвались. Мы потеряли нескольких ребят. В общем и целом у нас связаны руки. Сидим на стимуляторах, дежурим долгими сменами. Никому не нравится, но альтернативы не вижу. Мне нужно вернуться к заданию. Да, я слышал... Черт, все по местам! Дальше работа. Готовимся.
Так, как бы его поднять надо. Давай, Лера, подними. Довольно бьются. Рексу, Жиляре восстановили чуть не все здоровье. Чуть не убили даже. Но они продержались. А, Витрайс, конечно, еще тот отстранится потом нам. В общем, напортачит. Это, ну, да, это только в том случае, если мы это про это узнаем, если мы пойдем как раз в лаборатории сразу же. Но можем пойти пока обследовать эту локацию. И пойдем к Генезе другим путем. Не попадая, в общем-то, риск лаборатории. Она там, в общем-то, его там уже... Ну, в общем, там ее уже нет. Симон повторяет постоянно слова определенные, то фактически скажет несколько раз, то в общем и целом. Любит, конечно, повторяться, видимо. Зациклился на этих двух, трех или трех словах. Так, ну риск повторим мы не пойдем, конечно же. Мы здесь пройдем. Спасибо за помощь. Каждые пару часов из тоннеля выбирается несколько тварей. С тех пор, как заблокировали лифт, стало проще. Я постараюсь вам помочь. Не знаю, зачем они бросаются под огонь. Фактически даже звери понимают, что не надо совать нос туда, где больно. Mm-hmm. Только они, в общем-то, не умные. Рахня у нас все-таки коллективный разум у них. Мать ими направляет. Мать королева Рахня, замы их. Но сейчас, в общем-то, их королева Рахня их не направляет, поэтому они такие тупые и лезут, в общем-то, прямо на, в общем-то, на пули. В общем-то, мы кое-какой один квест выполним. А можем здесь, в общем-то, местным. Кое-чем. Пойдем к Генезе другим путем. В лаборатории резко, мы думаю, не стоит пока соваться. Потом, в общем-то, ну, в общем-то, сходим. Вы же не пойдете в риск лаборатории, правда? А, даже, в общем-то, отговаривают не ходить туда. Там погибла Элли. Я хотел пригласить ее на свидание. Но так и не... Какое еще пятно? Что-то нижнее копятно-то. В каком-то пятне говоришь, интересно. Так, ну нужно что-то к этому лазарет идти. Так, ну с этой разговаривать, конечно. Она еще потом тоже гадости наделает. Не очень приятная такая Азари. Что-то, в общем-то, нас полно, конечно, таких неприятных Азари будет. В течение всей трилогии. Хотя приятные тоже будут. Неприятных в плане именно то, что они еще и те гадины, кажется. Теми гадинами. Так, о, аптечка. Нам аптечка нужна очень срочно. Так, лазарет. Вот как раз одна из, в общем-то, неприятных Азари, которые нам потом гадости наделают. Так придется потом биться. Хотя зря, наверное. Сказал, может. Ясно. Да, всем плохо, нужно помочь. Лекарство создать. Сейчас мы им как раз поможем. Этим. Что? Что вам нужно? Я не хотел вас беспокоить. Нет-нет, все в порядке. Я просто немного не в себе. Что с ними случилось? Они отравлены токсином. Произошло ЧП. Я давал подписку о неразглашении. Мне нельзя обсуждать это ни с кем за пределами компании. Но вам придется рассказать, потому что я могу помочь. Надеюсь, они сочтут, что наши жизни ценнее, чем секреты компании. Вы знаете Миру? Виртуальный интеллект вершины 15. Она обеспечивает безопасность наших экспериментов. Мы ее включили, когда проходили через центральную. Так это были вы? Я вам благодарен. Без нее автоматическое оборудование не работало. В разгар эксперимента мы потеряли связь с Мирой, и режим карантина был нарушен. Эти трое подверглись действию токсина. Это вещество, с которым мы работали. Я понимаю вашу осторожность, но мне нужны подробности. То, что вы скажете, останется между нами. Это биологическое оружие. Оно основано на экзотической форме жизни с дальних рубежей. Нам заказали средство, которое может ее убить. Но средство для уничтожения одного вида — это малоосмысленно. Мы продолжили работу. Стали адаптировать его к воздействию на другие виды. Торос Б очень заразен. Но не передается от одного индивидуума к другому. Биологическая атака не вызывает эффекта эпидемии. И вы решили, что из-за этого он допустим? Военные правительства, так или иначе, они получат это оружие. Мы пытаемся уменьшить ущерб. Я знаю, вам сложно это понять. Доктор, Цитадель запретила биооружие не просто так.
Я и не ожидал, что вы поймете. Наши записи и оборудование заперты в карантинных лабораториях. Вентралис боится, что его люди заразятся. Он прав, что никого туда не пускает? Нет. У токсина короткий период жизни. Потом он распадается на простые протеиновые цепочки. Но Вентралис не верит мне. Я поговорю с ним. Возможно, мне удастся его убедить. Официально я не могу вас просить об этом, но если у вас получится, я буду очень благодарен. Как ученые? Держатся? Лучше, чем охрана. Те с первого нападения не могут расслабиться. Я даю им стимуляторы, но всем нужно когда-то спать. Они начинают нервничать, мыслят нерационально. Вы ведь доктор, так? Доктор, но не в смысле врач. Моя специальность — микробиология, а не первая помощь. У нас был медик, доктор Салих. Он... Мы его потеряли. Простейшее лечение может обеспечить автоматическая система Миры. Поговорим позже. Надеюсь, вы сможете что-то сделать. Ничего, в общем-то, сделаем обязательно. Так, для этого нам нужно будет сейчас опаснее, чем те лаборатории карантинные. Для этого нужно, в общем-то, взять разрешение у этого Вентралиса. Ну, блин, Вентралис нас, в общем-то, опустит в любом случае. Что нам скажет против? Как, в общем, казалось, в общем, зубы тяжелым такому тяжелому ржавому камню не смотрят. В общем, нам этим надо, и в общем, нам там сделать, в общем, нам сделать это разрешит, спуститься в лаборатории. Ну там, конечно, правда, не опасно. Столько вот азарятно гады сделают, сразу. Снова подоспевшими гетами. Из ниоткуда. Вам что-нибудь нужно? Я слышал о проблемах в карантинной лаборатории. Я хочу добыть антидот. Мне фактически жаль, что мы не можем им помочь. Честно. Но нельзя рисковать. Мы не входим в ваши планы. Мы потребляем лишний провиант, лишний панацелин. Да, но фактически у вас есть лишние стволы. В общем и целом, хотите рисковать своей шкурой — пожалуйста. Фактически я вам не начальник. Я скажу охраннику впустить вас, но дверь за вами закроют. Прежде чем выпустить вас обратно, мы проведем сканирование. Найдем аномалии, останетесь внутри. Разумная мера предосторожности. В общем и целом, я уведомлю охранника. Удачи. Мне нужно вернуться к заданию. Мне это фактически тоже. Ну вот либо там повторять фактически, в общем и целом, фактически, в общем и целом, фактически, и так далее. Сколько уж можно. Что-то другой кать не может. Не знаю, синоним заменить, что ли. Нет, наверное, не может. Да и не хочет, может. Ладно. Так, карантинная лаборатория у нас, по-моему, здесь находится. Сюда нужно идти, то ведь. В другую сторону пойти, там прям с Генезии, но лучше это пока не соваться. Может, пойдем. Генезии, пойдем другим способом. Другим путем. Это лишь только рискнем нарваться на стволы этих вот людей. Вентралиса. Не будем, в общем, их убивать. Все-таки. Если вы греете, когда, в общем-то, пути. Два, в общем, различных способа прохождения, то лучше пользоваться тем, который меньше, в общем, придет к меньшему насилию, говорится. К меньшей крови. Так, Анлар, выживший как раз с тех лабораторий. Ладно. Здесь, видимо, как бы находится Бенези. Как ты можешь рассказывать анекдоты? Надо сохранять чувство юмора. Раньше мне снились кошмары. А, не будем с ними разговаривать. Никогда. В дешевом фильме ужас. Так, контрольная панель. Нет, туда пока не пойдем. Нам как раз туда нужно идти, в эту сторону. Чтобы в Бенези другим способом набраться. Вначале нужно попасть сюда. Вы здесь, чтобы разузнать о них? О них? Это об этих тварях? Да. Я единственный, кто выжил в лаборатории. Мне нужно больше знать об этих тварях. О Рахни? Рахни, это невозможно. Откуда они взялись? Нашли на заброшенном корабле. Яйцо. Осталось еще с войны. Привезли его сюда. Заткнитесь! Боже, вы хотите, чтобы нас убили? Я не властен над тем, кто выживет, а кто умрет. А вы...
Хотите сходить с ума? Делайте это тихо. С ума? Я здоров. Боже, как я здоров. Мне нужно знать об этих Рахне все. Я сказал все, что мог. Мы возродили Рахни. Теперь я понимаю, что это была плохая идея. Я слышал, что вы были в риск-лабораториях. Как вам удалось выйти оттуда живым? Я убил ее. Кого? Доктора Занмуа. Мы собирались обедать, когда включилась тревога. Я побежал к монорельсу и она стучала в окно, потом ее разодрали на куски. Голова разлетелась, словно дыня. Я закрыл дверь. Я убил ее. Расскажите, что вам известно. Пусть ваше спасение не будет напрасным. Думаете, мне нужно отпущение грехов? Его не бывает. Матриарх могла выжить в риск-лабораториях? Это возможно. Образцы были чувствительны к биотикам. Мне пора идти. Да. Похоже, момент, который еще рассказывал нам этот Ханалар, о том, как он там, как он сказал, там он убил какую-то ученую, закрыл дверь, в то время как, видимо, эти Рахни поперли риск лаборатории. Похожий момент, по-моему, был немножко похожий, только по-другому там. В общем-то, от других там врагов они убегали. По-моему, The Space Extraction, где один ученый в итоге, как там звали, убил другую ученую, закрыл дверь, в общем-то, не дав ей, в общем-то, выбраться из той помещения, где после того, как туда ворвалась щупальца Левиафана. Огромного такого некроморфного существа. Так. Вы не из персонала. Там, в итоге, тот оказался предателем, конечно, еще тем гадом. Тот ученый, река там, не ученый, тот там был, там, кем он там был. Похоже, немножко история была. Так. У меня есть разрешение Вентралиса на вход. Да, он сообщил по радио. И велел проверить, не заражены ли вы, когда будете выходить. Хотите умереть, так встали бы на баррикаду, караулить. Нет, будем ждать, конечно, вот, караулить на баррикаде. Наши лучше нашли, чем нас занять. Мы другим займемся. Да и плюс к всему он не успеет нас проверить. По какой причине. Довольно веской. Так, ага, записи последуем. Мы выделили 4 вещества, из которых можно сделать противоядие. Нужно смешать в зеленой пропорции. По мере добавления каждого вещества компьютер будет отмечать минимальное и максимальное компенсируемое количество. Слишком много или слишком мало, и противоядие будет испорчено. Так, ящик давай откроем-ка. Что у нас там? Этих. Я этих. Так. Тоже ящики есть. Что-нибудь полезное, наверное, есть. Так, откроем, не будем тратить. Ладно, уровень получает, еще прокачаемся сейчас. Навыки свои. Так, аптечки нам полезны будут. У нас 2 аптечки, по-моему, всего пока что есть. На этом мы их уже все истратили, которые могли. Которые у нас были в наличии. Так, ну что ж, начнем лекарства создавать. У нас сохранится перед этим на всякий случай. Сохранится буду, в общем-то, с помощью меню в конце каждой серии. А так, то есть, буду быстрым сохранением сохраняться. Так, лекарства. Смешать. 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 И смешать. Успели. Здесь ваша миссия завершается, Шепард. Это мы еще посмотрим. Что стало с человеком Вентралиса? У меня не было допуска на вход. Он встал на моем пути. При первой возможности мне было приказано уничтожить вас. И вот такая возможность возникла. Оружие к бою! Вот и поговорили. Так, тихо-тихо. Молодец. Только надо было, конечно, трубу скинуть. Блин, недоступная зараза. Азари по-быстрому снимать. Не сволочи мешать. Давай, пинцей. Черт. Так, давай.
остались на бой. Всем всем здоровья, сломайте. Готово. Получай. Ну, падай. Козлов, падай. Козлов, падай. О, молодец. Красавец. Послушалась. Что там как-то далеко, кажется, засели. Ладно, я ждал комета. Чёрт. Вот это у нас меткую стрельбу. Так, ну все. Со всеми разобрались. Без проблем. Более-менее. Менее или более. До этого завали. Ну, говорил же. Дин сможет нас проверить наличие опасных веществ. Они пришли оттуда. Гетто. Яна Гетто. Вы имеете в виду ге... неорганических существ, которых привезла Азари? Их привезла с собой Бенезия. Как мне попасть в зону техобслуживания? Допуск есть у любого начальника группы. Например, у доктора Коэна. Он в лазарете. Мне пора идти. Да, сейчас мы как раз мы Коэну помогали. Сдали тем образом лекарства, сейчас мы ему передадим ему и сможем попасть в карантинную зону. Да, который у нас похож, нельзя попасть. А это как бы обходной такой путь, обходной путь попасть в Бенези. Потому что можно было другим путем попасть. Для этого нужно было пройти риск лаборатории вначале. Выяснить, что там, в общем-то, ее нету, это Бенези. Мы там тем самым кое-что сделали, которое попозже сделаем. И вроде бы пришлось, в общем-то, воевать с этими людьми Вентралиса. Лишний патрон тратить, аптечки. Патрон. Патронов, в общем, у нас нет уже. У нас же эти системы перегрева данной части. В отличие от второй и третьей части, где появились уже патроны. Хотя могли бы, конечно, систему перегрева. Довольно оригинально выглядит, конечно. В отличие от других шутеров. Все-таки это у нас RPG, как бы шутер и шутерные элементы. Довольно оригинальные в этой части. В отличие от других, в общем, шутеров. Так, у нас Назарет тоже будет куда. Лазарет. И это, по-моему, у нас здесь. Да, можем кое-что оправиться. У нас туда тело не пустят. Начнем сразу палить. И можем тем самым обойти их. Это лекарство? Вы его сделали? Та ученая Азари в столовой. Она пыталась нас убить. Алестия? Не может быть. Я мало что о ней знаю. Она приехала с месяц назад. Один из акционеров ее сюда протолкнул. Давайте я угадаю. Спектр Саран. Да, кажется, так его звали. Я не очень-то слежу за работой других ученых. Слушайте, насчет охранников. С тех пор, как вы здесь, они все на взводе. Такое впечатление, что они вас ждали. В служебной части есть еще лаборатории. Охрана меня туда не пускает. Говорят, что нужен допуск. Как насчет зоны техобслуживания? К ней у вас есть доступ? Зона техобслуживания? Да, возьмите мой пропуск. Но там ничего нет, кроме снега. Дайте мне смотреть ампулу. Развитие работы Фелпса? Я знал, что он на верном пути. Не знаю, как вас благодарить. Боже, я говорю штампами. Вы понимаете, что спасли им жизнь? Может, есть лишние аптечки? Они тут на вес золота. Только чур, я вам ничего не давал. Вентралис велел оставить их для своих. Мне нужно дать больным лекарства. Еще раз спасибо. Отлично. Помогли им, сам получи аптечки две. О, и нам пригодятся в битве с Бенези, который нам будет первым таким своеобразным боссом данной первой части. Не считая еще того же Сарана и... кого там еще у нас там был? Сарана, по-моему, два раза даже будет боссом. Так, погоди, не туда пошел. Карантин у нас лаборатория, то с другом направлении находится. Побежали, побежали.
Так, ну все. Ну, так, тихо. Запуск. Ну, в общем, да. Ладно, так, на этом месте, я думаю, закончим эту 18-ю серию прохождения игры Mass Effect первой части. На безумном уровне сложности 100% всеми дополнительными квестами. Возможно, прокачкой до максимального уровня, если, конечно, получится. А там, по-моему, всего максимальный уровень 60, если не ошибаюсь. Дальше мы уже продвинемся, встретимся с Бенези уже в следующей серии, по номеру 19. Это пока что все. Динусайкс, интересно, куда пропал-то. В общем, с вами был Михаил, увидимся. Дорогие зрители и подписчики моего канала. Новых видео, в общем-то, новых прохождениях. Это пока что все. В общем, всем пока. До скорой встречи. Еще раз пока.